Так, на прошлой неделе зафиксирован случай, когда сотрудники контрольно-пропускного пункта «Адлер Автодорожный» не пропустили через границу группу детей из Краснодарского края. Отдых в сопредельной республике у 12 разновозрастных ребят не состоялся по причине отсутствия у сопровождающего их лица нотариально заверенного согласия от родителей. Всего же за минувший месяц выявлено свыше 90 таких юных граждан, в то время как с начала года их зафиксировано чуть более 200. Напомню, что для выезда в Абхазию с родителями дети должны иметь паспорт или загранпаспорт, либо свидетельство о рождении. При выезде без родителей, помимо паспорта или свидетельства о рождении, их нотариально заверенное согласие на выезд. Если ребенок едет через границу с одним из родителей, согласие второго не требуется, если от него ранее не поступало заявление об отказе в выезде ребенка.